Один ряд в одну сторону и один в другую. И уже привычные километровые пробки в утренние и вечерние часы пик. Такая ситуация на улице Свердлова длится без малого год. Подрядчик должен был закончить работу 11 ноября 2011 года. Сроки были сорваны. Управление внешнего благоустройства тогда обозначило новую дату окончания ремонта. 15 июля 2012 года. Но ремонт до сих пор не завершен. 15 июля это была дата по соглашению, к которому мы считали возможным выполнить все работы в полном объеме. И организация в том числе была такого же мнения. Но, тем не менее, по ряду каких-то факторов у них не получилось это сделать к указанному сроку. В Пермблагоустройстве говорят, к подрядчику будут применены штрафные санкции, но чтобы взыскать их с этой организации, скорее всего, потребуется длительное судебное разбирательство. Примерно такие же процессы предстоят и с двумя другими дорожными долгостроями Перми. Работы на них также тянутся с прошлого года. Из этого же контракта у нас улица Бульвар Гагарина, на которой также работы продолжаются, и объект «Маршал Рыбалка». То есть это контракты, которые были заключены в прошлом году, работы на них сейчас ведутся, и по завершению выполнения работ штрафные санкции будут начислены в полном объеме, и будем добиваться их взимания. Новые сроки окончания работ на этих дорожных долгостроях. Бульвар Гагарина и улица Свердлова 30 июля. Время завершения ремонта на улице Маршала Рыбалка более расплывчато. Осень текущего года. Антон Шибанов, Антон Лифанов, телевизионная служба новостей.